А теперь посмотрите на Валеру. Он опять торжествует, ликует, я бы сказала. Сейчас, я счастлив, это почему? Правда. Потому что мы снова переходим на мужскую тему. Сегодня какой-то такой, вы знаете, разброс. То вот про женщин, то про мужчин. И вот опять-таки к мужской теме. Если хоть не в игре, так в сюжетах и в информации сегодня про мужчин будем говорить. Не мытьем, так катанем. Так, запишу, хорошо. Хорошая фраза. Хорошо. Ладно. Давай так, действительно, я радуюсь, потому что в нашей студии специалист, это оригинальный директор сети мужских магазинов Марина Суренкова. Марина, доброе утро. Доброе про утро. Про мужской стиль я вообще люблю говорить, это отдельная тема. И классно, что сегодня мы с вами встретились. Наконец-то можем про это и поговорить. Тем более и телезрителям нашим подсказать. У девушек всегда возникает вопрос, в чем встречать Новый год? Да. Но не только у вас он возникает, да? У мужчин тоже. Я же прав, да? Да. В чем мужчине встретить Новый год? Угу. Что конечно, вы подскажете? Вот во всей этой предпраздничной суете не стоит забывать о новогоднем наряде. Вообще, новогодняя ночь, предновогодние вот эти вот какие-то праздники, корпоративы, то самое сказочное время, когда вы можете на себя примерить какой-то новый смелый образ. Mm-hmm. Даже если вы весь год там сочетали простую футболку, удобный свитшот и практичные джинсы, можете не стесняться, не бояться и удивить своих родных, друзей на новогодней вечеринке элегантным костюмом или каким-то колоритным casual решением. Да-да-да. Я, кстати, поддерживаю. А удобно ли встречать Новый год в костюме? Вот. Я просто, я человек, который люблю костюмы, я практически всегда в костюме. На Новый год меня сковывает же, вроде как бы, да, как бы такой весь. Можно ли сделать как-то комфортнее? Да. Даже в костюме. Вообще, все зависит от мероприятия. Вообще, учитывая то, что вы хотите одеть более комфортный какой-то наряд, либо костюм, зависит от того, вообще, время проведения мероприятия, время имеется в виду суток, сам статус мероприятия и уровень заведения и самого мероприятия. Если вы приглашены на торжественное какое-то официальное торжественное мероприятие, то уместным будет только элегантный костюм, классическая сорочка и галстук-бабочка. Угу. Ой, ну это классика, мне всегда нравится. Мне кажется, мужчина всегда себе надевает, вот как-то нам проще, наверное, да, в этом плане подобрать да себе все образ. Все понятно. Все, идешь... костюмчик, сорочка, и ты уже просто король вечеринки. Это но если это загородная какая-то так. Там, вечеринка, какая-то обычная, там, не особо такое статусное кафе, то вы можете более комфортный образ примерить. В одежде ведь самое главное соблюсти несколько правил. Она должна быть удобна, подчеркнуть ваше достоинство, создать вот во всем образе гармоничность и стильность образа и подчеркнуть свою индивидуальность. Слушайте, а у них бывают какие-то еще, вот я подумала, аксессуары у мужчин, кроме бабочки? Что-то там. Ну, запонки у нас есть, да, галстук, запонки. У нас что, часы. Зажим для галстука. Ну, часы это а не часы, особо да, аксессуар. Уже. Ну, то есть галстук, бабочка, конечно, неизменные аксессуары, которые присутствуют в мужском гардеробе. И мы акценты делаем. Вы делаете акценты. Нагрудный платок сейчас очень важный. Момент мод. Опять? Нет, не шейный платок, а нагрудный платок, как раз, который вы показали. Надо ему подобрать кармашек с пиджака. Подобрать, ну да. А, не слушай, на Новый год. Да. Если вы без пиджака, вы можете применить такие аксессуары, как подтяжки и бабочка. Будет очень актуально и стильно. Ремень, опять же, он не только несет функциональную какую-то нагрузку, но он также может быть собирательным таким в образе, и по цветам он должен сочетаться с обувью, возможно, с ремешком часов, но не обязательно. Главное, чтобы с обувью. То есть он может быть ярким каким-то и таким же важным аксессуаром в образе. Не так все просто, то есть у мужчин. То есть ремень сочетается с обувью еще, например, да вот? Главное не одевать вместе подтяжки и ремень. Так, нельзя. Что, скажите, Марина, я запишу себе? Подтяжки? И ремень вместе не одевать. А, да, ну да, логично же, потому что ремень же держит брюки, получается, а тут подтяжки же. Ну, может, у него очень плохо брюки держатся, тогда двойная защита. Вот я хочу показать, что я вот купил перед Новым годом. Я пришел на вечеринку, смотрите, у меня ремень, все на себя нацепил, и галстук, и платок, и запонки, все. Красивые. Слушайте, вот мы заговорили про бабочки, например, а я подумала про галстук. А вот галстук и новогодняя ночь, казалось бы, да? Вот это же что-то официальное или что вы скажете? Ну, галстук, конечно, более официальный элемент, ну, аксессуар. Получается, если, опять же, не оговорено специальным дресс-кодом,
то можно уйти от галстука и заменить его на галстук-бабочку. Это более такой нарядный, торжественный, для нарядных и торжественных случаев. Но если без галстука никак, то вы можете поэкспериментировать с цветами, узорами на галстуке и, опять же, с методами завязывания галстука. Я так понимаю, что сейчас узики галстуки опять вернулись в моду. Раньше они были в моде, потом опять про них забыли, потом только бабочки стали. Потом галстуки вернули, опять широкие. Я вот постоянно туда-сюда, туда-сюда. Опять узенькие, да? Вообще сейчас в моду возвращаются больше широкие галстуки. А, широкие. Ну вот, да, я говорю, широкие. Записывай. А если подбираем галстук, то нужно, конечно, по ширине ориентироваться на лацканы пиджака. Вот так, пока Валера записывает, я добавлю конкретные полезные информации. Скажу, что магазины «Пеплос» предлагают широкий выбор качественной мужской одежды как раз для создания ярких и стильных образов. На минуточку, мужчины. С ассортиментом можно познакомиться в любом магазине, торговой сети и на сайте. Такой же сайт у них «Пеплос.ру». Ну и сейчас, внимание, внимание для всех. В сети магазинов «Пеплос» с 10 по 24 декабря будут действовать акции. Каждая третья вещь, чеки, полцены. Прекрасно, я сразу запишу себе. Делать подарки не только приятно, да, но и вместе с «Пеплос» еще и выгодно. Да. В общем, обращайтесь, потому что Новый год уже на носу, а надо выглядеть шикарно, я вам скажу. Да, теперь вы все знаете. Марина Церенкова, региональный директор сети «Пеплос» в Красноярске, была у нас в гостях. Спасибо большое, что нашли для нас время и как-то просветили. Вот некоторых по поводу галстуков особенно. Да, надо закупиться. Приходите, потому что у меня чего-то не хватает. В наши магазины будем очень рады вас видеть и подберем вам стильные, элегантные наряды.